пунктик. И где-то через месяц отеки, синяки, как только самоликвидируются, угу, мы встречаемся. Вот сняли гипс мне, я уже немножко прихожу в себя. И теперь занимаюсь очень важными делами. Составляю список гостей на свою свадьбу. И столько народу, прям не знаю, придется снимать дворец какой-то. Здравствуйте, меня зовут Таня. Очень приятно, Таня. Меня зовут Дарья Миронова. Я экстрасенс, ясновидящая. Постараюсь тебе помочь, посоветовать.